Hi guys, welcome back to Junis Vlogger. If you are to participate in your reaction, let's go to one of our favorite country, which is Russia. Privyet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and fantastic. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is a confessions of the U.S. Marine Lieutenant about how the Russians saved the Americans. Oh my God, this is interesting because we really have to know Russians are very good in doing their job and they really want to help others also. And this is a nice story that we really want to know more about it. I'm so excited with this one. And credit to the owner also with the video to be remembered. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button. Click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian video artist that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. Let's get to it, guys. Enjoy. This is very, very interesting. Because we really want to know. As always, I know that a lot of Russians really help another country, another nations, another soldiers also, because they are not just like going in there just for the fight and like that, but they really have, they have this principle and honor that they are in working on. And this is what I love and salute with the Russian soldiers. Incredible. From the title itself, so interesting. Enjoy guys, and I really want you to turn on the CC down there for your Russian, English, or whatever language that you want to choose. Wow, thank you so much for this Меня зовут Майк Фагенти. Я капитан корпуса морской пехоты США в отставке. Недавно я увидел в журнале фотографию русского памятника из Трептов-парка в Берлине и вспомнил один из эпизодов своей службы. Мой взвод после выполнения специальной операции получил приказ ждать эвакуации в заданной точке, но попасть в эту точку мы так и не смогли. В районе Золотого Рога, как всегда, было жарко во всех смыслах этого слова. Местным жителям явно было мало одной революции. Им надо было как минимум пару гражданских войн и в придачу один религиозный конфликт. Мы выполнили задание и теперь спешили в точку рандеву с катером, на котором и должны были прибыть к месту эвакуации. Нас поджидал сюрприз. На окраине небольшого приморского городка нас встретили суетливо толкующиеся группировки вооруженных людей. Они косились на нас, но не трогали, ибо колонна из 5 джипов, оснащенные стволами М16 и М60, вызывала уважение. Вдоль улицы периодически попадались легковые автомобили со следами обстрела и явного разграбления, но именно эти объекты и вызывали основной интерес. Причем вооруженные мародеры имели явный приоритет перед невооруженными. Когда мы заметили у стен домов несколько трупов явных европейцев, я приказал быть наготове, но без приказа огонь не открывать. В эту минуту из узкого переулка выбежала белая женщина с девочкой на руках. За ней хохотом следовало трое местных ниггеров. Нам стало не до политкорректности. Женщину с ребенком мгновенно втянули в джип, а ее преследователь цыкнули и недвусмысленно пригрозили стволом пулемета. Но опьяненные безнаказанностью и пролитой кровью сыграла с мерзавцами плохую шутку. Один из них поднял свою задницу и явно приготовился в нас стрелять. И один из пулеметчиков нажал на гашетку пулемета. И дальше мы уже мчались под все усиливающуюся стрельбу. Хорошо, что еще эти уроды не могли метко стрелять. Мы взлетели на холм, на котором, собственно, и располагался город, и увидели внизу панораму порта, самым ярким фрагментом, который был плавучий у причала пароход. В порту скопилось более 1000 европейских гражданских специалистов и членов их семей. Учитывая то, что в прилегающих областях объявили независимость и заодно джихад, все они жаждали скорейшей эвакуации. Как было уже сказано выше, корабль, на котором должны были эвакуировать беженцев, весело пылал на рейде.
На окраинах города сосредотачивались толпы инсургентов, а из дружественных сил был только мой взвод с 6 пулеметами и сдохлой рацией, не считая йоки-токи. У нас было плавсредство, готовое к отходу, и прекрасно замаскированный катер, но туда могли поместиться только мы. Бросить на произвол судьбы женщин и детей мы не имели. Имели права. Я обрисовал парням ситуацию и сказал, что остаюсь здесь и не вправе приказывать кому-либо из них оставаться со мной, и что приказ о нашей эвакуации в силе и катера на ходу. Но к чести моих ребят остались все. Я подсчитал наши силы, 29 марин, включая меня, 7 демобилизованных французских легионеров и 11 матросов с затонувшего парохода, 2 дюжины добровольцев из гражданского контингента. Порт во времена Второй мировой войны был перевалочной базой и несколько десятков каменных пакгаузов, окруженные солидной стеной и башенками и прочими архитектурными излишествами прошлого века, будто сошедшими со страниц Киплинга и Бусинара, выглядели вполне солидно и пригодно для обороны. Вот этот комплекс и послужил нам новым фортом Алама. Плюс в этих пакгаузах были размещены склады с основной гуманитарной помощью. Там же были старые и казармы, в которых работал и водопровод, и канализация. Но туалетов было маловато на такое количество людей, не говоря уже о душе. Но лучше это, чем ничего. То есть вся ситуация, помимо военной, была нормальной, а военная ситуация была следующей. Более 3000 инсургентов, состоящих из регулярных формированиях и простого сброда, хотевших пограбить, вооружены на наше счастье только легким оружием, маузерами, винтовками и автоматов калашников. Они периодически атаковали наш периметр. У местных были 3 старых французских пушки, из которых они умудрились потопить несчастный пароход. Но легионеры смогли захватить батарею и взорвать орудия и боеприпасы. У нас же были 23 винтовки М16, 6 пулеметов М60, 30 китайских автоматов калашников и 5 жутких русских пулеметов китайского же производства с патронами 50-го калибра. Они же и в главную очередь нам помогали удержать противника на должном расстоянии, но патроны к ним кончались прямо-таки с ужасной скоростью. Французы сказали, что через часов 10-12 пройдет еще один пароход, и даже в сопровождении сторожевика. Но эти часы надо было еще продержаться, а у осаждающих был один большой стимул в виде складов гуманитарной помощи и сотен белых женщин. Все эти виды товаров здесь весьма ценились. Если они додумаются атаковать одновременно с юга, с запада и с севера, то одну атаку мы точно отобьем, а вот на вторую уже может и не хватить боеприпасов. Рация наша схлопотала пулю, когда мы еще только подъезжали к порту, а йоки-токи были практически только на несколько километров. Я посадил в старый маяк вместе со снайпером мастера-сержанта Смита, нашего радио-бога. Он там что-то мудрил из 2 раций, но особо толку от этого пока не было. У противника не было снайперов, и это меня очень радовало. Город находился выше порта, и с крыш некоторых зданий территория, занимаемая нами, была как на ладони. Но планировка города работала не в нашу пользу. 5 прямых улиц спускались к обороняемым нами стен и легко простреливались с башенок. И вот началась очередная атака. Она была с 2 противоположных направлений и достаточно массивной. Предыдущие неудачи кое к чему научили инсургентов, и они держали под плотным огнем наши пулеметные точки. За 5 минут были ранены 3 пулеметчиков, еще один убит. В эту минуту противник нанес удар по центральным воротам комплекса. Они пытались выбить ворота грузовиком. Это им почти удалось. Однако створка была частично выбита, и во двор хлынули десятки вооруженных фигур. Отделение Капрала, последний резерв обороны, отбило атаку, но потеряло 3 человек ранеными, в том числе одного тяжело. Стало понятно, что следующая атака может быть для нас последней. У нас было еще 2 ворот,
А тяжелых грузовиков в городе хватало. Нам повезло, что подошло время намаза, и мы, пользуясь передышкой и мобилизировав максимальное количество гражданских, стали баррикадировать ворота всеми подручными средствами. Внезапно на мою рацию поступил вызов от Смити. «Сэр, у меня какой-то непонятный вызов, и вроде от русских, требуют старшего, позволите переключить на вас?» Я ему: «А почему это ты решил, что это русские?» Они сказали, что нас называет «Солнечная Сибирь», а Сибирь, она вроде бы в России. «Валяй», сказал, и услышал в наушниках английскую речь с легким, но явно русским акцентом. «Могу я знать, что делает United States Marine Corps на веренной мне территории?» – последовал вопрос. Здесь я представился и спросил, с кем имею честь. «Ты имеешь честь общаться с лейтенантом, с тем, у которого единственного в этой части Африки есть танки, которые могут радикально изменить обстановку, и зовут меня танкист». Терять мне было чего. Я обрисовал всю ситуацию, обойдя, конечно, вопрос о нашей боевой мощи. А русский в ответ поинтересовался, не является ли, мол, мой миракордный доклад просьбой о помощи. И учитывая, что стрельба вокруг периметра поднялась с новой силы, и это была явно массированная атака осаждающих, я вспомнил старину Уинстона, сказавшего как-то, что если бы Гитлер вторгся бы в ад, то он и Черчилль заключили бы союз против него с самим дьяволом. И ответил русскому утвердительно, на что последовала следующая триада. «Отметьте позиции противника красными ракетами и ждите. Когда в зоне вашей видимости появятся танки, это будем мы. Но предупреждаю, если последует хотя бы один выстрел по моим танкам, то все, что с вами хотят сделать эти местные пейзани, покажется вам нирваной по сравнению с тем, что сделаю я с вами. Я приказал отметить красными ракетами скопление боевиков противника и не высовываться, не стрелять по танкам в случае, ежели они появятся». И тут грянуло. Били как минимум десяток стволов калибром не менее 100 мм. Часть инсургентов кинула спасаться от взрывов в нашу сторону. И мы встретили уже их, не экономя последние магазины и ленты. А в просветах между домами на всех улицах одновременно появились силуэты танков Т-54, облепленные десантом. Боевые машины неслись как огненные колесницы, огонь вели и турелевые пулеметы, и десантники. Совсем недавно казавшийся грозным воинством осаждающих рассеялось как дым. Десантники спрыгнули с брони и, рассыпавшись вокруг танков, стали защищать ближайшие дома. По всему фронту их наступления раздавались короткие автоматные очереди и глухие взрывы гранат. С крыши одного из домов внезапно ударила очередь. Три танка немедленно повернули башни в сторону последнего прибежища полоумного героя джихада и встроенным залпом немедленно в перешедший встроенный взрыв лишил город одного из архитектурных излишеств. Я поймал себя на мысли, что не хотел бы быть мишенью русской танковой атаки. И даже будь со мной был весь батальон с подразделениями поддержки, для этих стремительно бронированных монстров с красными звездами мы не были серьезной преградой. И дело было не вовсе в огневой мощи боевых машин. Я видел в бинокль лица русских танкистов на башнях своих танков. В этих лицах была абсолютная уверенность в победе над любым врагом, а это сильнее любого калибра. Командир русский, мой ровесник, слишком высок для танкиста, загорелый и бородатый капитан, представился неразборчиво для моего бедного слуха русской фамилии, пожал мне руку и с жестом пригласил меня на свой танк. Мы комфортно расположились на башне, вдруг русский офицер резко меня толкнул в сторону и вскочил, срывая с плеча автомат. Что-то чиркнуло с шелестом, свистом. Русский дергнулся, и по лбу у него поползла струйка крови. Но он поднял автомат и дал куда-то две коротких очереди, подхваченной очереди турельного пулемета с соседнего танка. И я понял, что только что спасли мне жизнь. Черноволосая девушка, кубинка, как и часть танкистов и десантников, в
камуфляже перевязывала моему спасителю голову и приговаривая по-испански, что вечно сеньор капитан лезет под пули, и я в неожиданном порыве души достал из внутреннего кармана копию дубликата своего пурпурного сердца, с которым никогда и не расставался, как с талисманом удачи, и протянул ему русскому танкисту. Он в некотором замешательстве принял неожиданный подарок, потом крикнул что-то по-русски в открытый люк своего танка. Через минуту оттуда высунулась рука, держащая огромную пластиковую кобуру с большим пистолетом. Русский офицер улыбнулся и протянул это мне. Три русских танка въезжали на территорию порта. На броне переднего прибывал и я. Из пангаузов высыпались беженцы. Женщины плакали и смеялись. Дети прыгали и визжали. Мужчины в форме и без орали и свистели. Русский капитан наклонился ко мне и, перекрикивая шум, сказал: «Вот так вот, морпех, кто ни разу не входил на танке в освобожденный город, тот не испытывал настоящего праздника души. Это тебе не с моря высаживаться». И хлопнул меня по плечу. Танкистов и десантников обнимали, протягивали им какие-то презенты и бутылки, а к русскому капитану подошла девочка лет 6 и, застенчиво улыбаясь, протянула ему шоколадку из гуманитарной помощи. Русский танкист подхватил ее осторожно и поднял. Она обняла его рукой за шею, и тут у меня проскочило чувство дежавю. Я вспомнил, как несколько лет назад в туристической поездке по западному и восточному Берлину нам показывали русский памятник в Трептопарке. Наш гид была пожилая немка и показывала на огромную фигуру русского солдата со спасенным ребенком на руках. И недвусмысленно намекала на то, что кроме зла и насилия, русские на землю Германии ничего не принесли. И будто пелена упала с моих глаз. Передо мною стоял русский офицер со спасенным ребенком на руках. И это была реальность. И значит, та немка в Берлине врала. А тот русский солдат с постамента в той реальности тоже спас ребенка. Позже я выяснил, что танкист, он же бородатый капитан, майор Еременко Николай Игнатьевич, командир отдельного батальона 104-й танковой бригады миссии ООН. Все эти события происходили в Аденском заливе. Вот такая вот история, друзья. Если понравилось, оценивайте видео. Подписывайтесь. До скорой встречи. Very well done. The way how it was just like narrated and getting into the story. Oh my God. No matter if it's true or not, but this is an incredible story of an American of how they were saved by the Russians. And this, if this story will make us a video, this is a bomb. This is like an amazing. It shows to the world how Russians are good to save the civilians and other soldiers and other people also from other countries. Wow, such a beautiful, powerful, and interesting. It's like motivational, and you really like you enjoyed watching and listening to this one because you get something about it at the end of the video. Because so interesting that some people also thinking that these people, the Russian, are bad and that and this. If you are watching and discovering the history of Russia, of how they fought and protected the country, you will realize how good they were and they are. And they really are the principles soldiers, because when they went to war, they are helping also. They really have their mind sets. And this is a very good story of Russia is strong, but people, these soldiers, they have the heart and soul also that they really want to help. Wow, beautiful video. I enjoyed it so much. Stay protected, and civilians knowing that they can get out alive is a very courageous and noble deed that did what they are doing. Russian are very nice and great. Much love and respect and salute and eternal memory to all the soldiers who fought for the war and protect for the country. This is a beautiful video to show to the world how good and great Russian is. Much love and respect from the Philippines. Thank you so much. I hope you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description.
description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junis Blagadag React saying stay humble, super safe. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much for Viet and Spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po and see you in my next video reaction.